три, два, один, старт! До выборов 10 дней! Будущее Самары в руках ее жителей! Ровно 10 дней остается у самарцев, чтобы определиться с выбором, кому они доверят судьбу родного города. Сегодня здесь те, кому не все равно, неравнодушные жители, которые любят Самару. Следить за информацией о выборах можно на экранах города. Угол проспекта Ленина и улица Осипенко. Люди собрались вместе. Самара стоит на пороге значимого события. 13 сентября жителям столицы региона предстоит сделать важный выбор. Определить составы районных советов депутатов, которые появятся в каждом из 9 районов города. Близкая власть, которую жители будут знать в лицо. Главная цель реформы местного самоуправления. Со вчерашнего дня у нас идет досрочное голосование. Но 13 числа впервые за 25 лет в Самаре пройдут выборы в районные советы. Большое количество неравнодушных людей. Мы всех призываем от имени администрации городского округа Самары прийти, отдать свой голос. Каждый голос важен для нас. Каждый голос – это вклад в развитие нашего города. Неравнодушные активные самарцы на собственном опыте знают, что чистый, красивый и благоустроенный город мы должны строить и сами, совместно с властью. Люди пришли на митинг, чтобы призвать всех исполнить свой гражданский долг. Либо мы приходим и голосуем за тех, кто нас устраивает, либо мы не приходим и за нас кто-то голосует за тех, кто нас не устраивает. Мы с вами понимаем, что мы выбираем ту власть, которая будет учитывать наши интересы и работать на благо нас, с вами, горожан. 13 сентября я вас призываю прийти на выборы, потому что твой выбор – твое будущее! Будущее Самары в руках ее жителей. Объединив усилия народа и власти, можно изменить город и уровень жизни в нем. 13 сентября в Самаре состоятся выборы депутатов в районные советы. До выборов осталось 10 дней. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.